Победы одержаны досрочно. Он представляет клуб «Ермак» из Омска. Россия, приветствуйте, Вячеслав Свищев! Рефери поединка Николай Шарипов. Итак, Вячеслав Свищев в красном углу. Его соперник Белек Алиев в синем. Видим, что у Алиева есть преимущество в росте и длине конечностей. Свищев, как обычно, работает из стойки левши. Вячеслав обладает замечательной техникой бокса, и сразу же он ее начинает демонстрировать. Несколько своих побед он держал нокаутами с левой руки по печени. И уже начинает он выцеливать в углу Вячеславу. Слышим мы Карата Нурмагомедова, тренера по ударной технике, в том числе и экс-чемпиона UFC. О, отличный был нокаут! Очень быстрый нокаут Вячеслава Свищева. Секунд первого раунда. Победу нокаутом одержал Вячеслав Свищев. Россия, Омск, Ермак. Поздравляем Вячеслава. Улучшил он свой профессиональный рекорд до 9 побед, 2 поражений.